Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас крашу трубочки вот в такой вот сливочный цвет. Камера не особо передает, но, может быть, вот так вот видно, да? Вот такой вот цвет. И для красящего состава я использую вот такие вот ингредиенты. Ну, во-первых, это морилка, сафора, береза. Это основной компонент. Также я добавляю немножко колоранта белого, потому что он у меня есть, надо его использовать. Также добавляю вот такой лак ВГТ, пропиточный антисептический, он тоже белый. Еще у меня есть Дюфатекс, нужно его просто допользовать. Дюфатекс Аква, тоже белый. Вот, ну, естественно, обычная вода, да, простая. И для цвета я решила добавлять морилку Новбудхим цвет дуб. Отмерять все ингредиенты буду вот такими ложками. Здесь, по-моему, 50 миллилитров у меня, а это стандартная десертная ложка, наверное, здесь 15. Итак, моя пропорция для этих трубочек такая, значит, одна вот такая ложка березы, одна ложка колера, одна ложка лака, одна ложка Дюфатекса, три вот такие ложки воды и две вот такие ложки морилки. На всякий случай покажу вот такую бумажку, да. Одна большая ложка березы, ложка колера, ложка дюфы, ложка лака, три большие ложки воды и две ложки морилки дуб. Начинаю смешивать все ингредиенты. Еще раз повторю, что дюфу и колер в принципе не обязательно. Они просто у меня в наличии. И их нужно допользовать. Значит, поскольку мне раствора нужно побольше, да, потому что вот если вот по одной ложечке смешать, будет примерно вот столько, да, а мне нужно раза в три больше. Поэтому я вот эти все ингредиенты умножаю на 3. То есть, значит, начнем. Значит, одна большая ложка березы, да, береза. Обязательно ее нужно встряхнуть как следует. Все ингредиенты обязательно нужно перемешивать. А береза, она имеет свойство оседать. Перемешала. Так, одна помножаю на 3, значит 3 будет. Видите, она какая густая? Так, раз. Два. Угу. Так, новую бутылку открываю. Пожиже. 3. Так, 3. Немножко осталось там. Так. Дальше. Одна ложка колера. Вот такая. Значит, тоже 3. Размешиваю хорошенько. Раз. Два. Ой, много. Три. Так. Дальше.
Дюфа. Одна ложка, значит, тоже 3. У меня дюфа лежит очень давно. Смотрите, какая густая. Вот нужно ее допользоваться. Поэтому я решила ее тоже класть. Здесь буду не очень много брать. Ну, как-то вот так. Раз. Два. Три. Думаю, хватит. Так. Дальше. Ложка лака. Значит, тоже 3. Я прям то все той же ложкой, одной и той же. Я думаю, не страшно. Раз. Два. Три. 3 ложки лака положила. Так, дальше 3 большие ложки воды. Вот таких вот. Значит, 3 это идет на одну. А у нас 3, значит, 3×3 – 9 ложек воды. Сейчас это все размешаю. То есть сначала смешиваем такие вот густые ингредиенты между собой. И теперь 9 ложек воды считаем. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7, 8, 9. Так. Хорошенечко размешаю. Так, и теперь, значит, 2 ложки морилки дуб. Значит, 2 идет к одной ложке, да? А у нас 3. Значит, помножаем на 3. Значит, 6 ложек дуба нужно положить. Маленьких. 6 маленьких ложек дуба. Так, также обязательно сбалтываем. Подручно. Так. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. И теперь нужно хорошенечко размешать. Вот. И вот такое получается, как молоко с кофе, такой красивый оттенок. На самом деле морилку можно взять любую. То есть я просто взяла дуб, потому что у меня он есть. Да? Если бы у меня не было бы дуба, я бы взяла, скажем бы, мокко или клен. Получился немножечко бы другой оттенок. Просто трубочек нужно покрасить много. А дуба у меня больше всего. Ну, заказчику цвет понравился, на самом деле. Хочу показать вам цвет для сравнения. Вот это то, что я сейчас намешала. То есть к одной ложке березы, 2 ложки дуба. А вот эти трубочки я пробовала, когда окрашивать, да, к одной ложке березы 3 ложки дуба. То есть вот эти чуть-чуть темнее. Вот при таком освещении, наверное, не видно. Сейчас я при другом свете покажу. Вот так, наверное, лучше видно.
Вот снизу трубочки толстенькие, это вот к одной большой ложке березы две маленькие ложки дуба. А которые сверху тоненькие трубочки, это к одной большой ложке березы три маленькие ложки дуба. То есть они чуть-чуть потемнее. Итак, я приступаю к окрашиванию. Планирую сейчас покрасить 400 трубочек из полосы 15 на 42, спицы полтора. Окрашивать буду на столе, на клеенке при помощи кисточки. Пачку 100 штук разделю примерно на три партии. Вот так вот. Разложила трубочки вот так в один слой на клеенке. Обязательно постоянно буду перемешивать раствор, потому что все частички акриловые, они оседают. И вот я красила партию, у меня последняя партия получилась чуть-чуть светлее. Вот. Но это не страшно, потому что я буду красить два раза. Вот. Поэтому все это потом выровняю. Размешала. И прям кисточкой вот так вот обильно начинаю наносить. Прямо вот так вот, не жалею. То есть почти купание, как бы, да, но не совсем. Вот так вот наношу на кончике. Чуть-чуть сдвигаю. И начинаю покрывать уже те места, которые не прокрасились. Вот. Но поскольку я как бы так обильно наношу красящий состав, то он, в принципе, везде проходит. Чуть-чуть еще сдвину. Вот так вот. Так. Вот так немножечко. Так можно даже по клееночке повозюкать чуть-чуть. Так, все, откладываем. Беру следующую. Точно так же раскладываю. Буду окрашивать. Не забываю перемешивать раствор. Чем чаще, тем лучше. На клеенке тоже остается раствор, да? Вот. Сотню окрасила. Немножечко перемешаю. И положу на сушилку. Вот кладу вторую партию на сушилку. Вот так вот, да. И обязательно чуть-чуть пошебуршу первую. Видите, она уже впиталась.
Вот, но пошебуршить нужно, потому что все-таки в составе у нас идут лак, да, пропитка, они все-таки клейкие, поэтому надо перемешивать. И будет лучше просыхать. Вот у меня 400 трубочек я покрасила. Вот столько у меня осталось. Вот здесь еще лежит 300. Вот эти трубочки у меня уже немножечко просохли. И я буду уже красить их второй раз. У меня осталось вот столько красящего состава. Не знаю, хватит ли мне на 700 трубочек, но если не хватит, разведу еще. На второй раз должно уже уйти немножечко поменьше. Точно так же разложила и начинаю окрашивать. Здесь уже можно не так обильно покрывать. Когда темная морилка, сразу видно, да, окрасила или нет. Здесь вот светлая. Так. Уже поменьше беру. Точно так же. Продвигаю. И окрашиваю дальше. Самое главное хорошо прокрасить раструбом. Все, продолжаю окрашивание. Ну вот я покрыла второй раз 700 трубочек. 300 у меня там лежит, 400 у меня вот здесь вот. Вот. И у меня еще даже остался раствор немножко. Смотрите. Да, конечно, кисточкой долго, но зато у меня ушло намного меньше раствора. Вот у меня, значит, 700 вот этих трубочек два раза покрытые. Еще у меня есть вот это вот ведерко. Здесь у меня стоят короткие трубочки, подлиннее трубочки для стоек, для загибки. Вот сколько здесь, даже не знаю. Вот. И у меня вот на все вот это, вот на все вот это, у меня, получается, ушло 6 больших столовых ложек морилки береза. Вот. Ну, а остальное там все по мелочи. То есть, по сути, вот сколько, когда вот я намешала на 3 ложки, да, у меня было вот так. То есть, 2 раза по вот столько у меня ушло на все вот эти трубочки, чтобы покрасить их дважды. Ну, и вот так вот выглядят трубочки после обработки. Вот если видно, присутствует легкий блеск. Трубочки очень гладкие, приятные на ощупь. Вот, а как они поведут себя в плетении, я покажу уже в одном из следующих видео, когда буду плести короб. Вот, но на этом, наверное, все. Если вам понравилось и видео было полезным, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем спасибо за внимание. До свидания.